Всем привет! Меня зовут Лиза Монеточка, и в этом году, 1 сентября, по всей стране пройдет акция фонда «Вера», которая называется «Дети вместо цветов». Каждый год школьники приносят на свою линейку огромные дорогие букеты, но в этом нет большой необходимости, и фонд «Вера» предлагает каждому из учеников какого-то класса купить по одному цветочку и подарить учителю один большой красивый букет. А все деньги, которые вы сэкономите таким образом, перевести в фонд поддержки тяжело больных детей. Об успехах прошлого года вы можете узнать на сайте фонда «Вера», но суть в том, что много больных детей получили новые возможности для себя. В этом году этих детей может стать еще больше. Присоединяйтесь и вы. Переходите на сайт фонда «Вера». Делайте мир лучше.